Готовимся совершить маленький подвиг. Сейчас мы с оператором Александром Ермошенко отправляемся в операционную перинатального центра. Будем принимать роды. Пожелайте нам удачи. Вот специалисты проводят подготовку, то есть собственную к операционной. Процесс помывки. Шлюзовая система позволяет, с одной стороны, доктор, акушер-гинеколог, анестезиолог, реаниматолог, неонатолог заходят в операционную, выходят они ее через другой выход. Соответственно, нет соприкосновения потоков, другие врачи, которые приходят на следующую операцию, в другой операционной, не встречаются между собой. Соответственно, идет разобщение полностью всех потоков врачей между собой. То есть вот это называется такая зона фильтрации, по сути. Грубо говоря, да. Это настоящая мистика. Рождение новой жизни. Вот еще один маленький житель этой планеты по имени Андрей. Поздравляю вас.